Разве это Прага? Раньше Прага была, так Прага. Сейчас все брошу и буду с вами разговаривать. Как бы и сказали, что свои. Алло. Алло. Любимая артистка товарища Сталина слушает. Кто это? Кто? А? Это ты, деточка, здравствуй. Ну как же я забыла-то? Вот у меня все записано. В 3 часа Юрик приходит. Да. Ну приходи, приходи. Ну ничего не приноси. Нет, не надо. Все, ничего не надо. Я худею. Хорошо. Из Праги? Тогда картошки принеси. Виза нет. Ничего. Нет, позже обещают. Целую, деточка. Пирожные, тортики. Ой. Ой, да не буду я худеть. Иду. Лечу, лечу. Лечу, лечу. Кто? Я, Зоя Алексеевна. Кто ты? Я. Мы договорились встретиться с вами в час. Левее встаньте. А, ты.
Здравствуйте, Зоя Алексеевна. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. Проходи. Не дождетесь. Вы как всегда. Ты летел, что ли? В каком смысле? Ботинки чистые. Чистые? А, я это, я внизу у дежурной вытер. Вы же порядок любите, я знаю. Любите. А сам раньше пришел. Да тут одно дело отменилось. И потом, насколько раньше? На 5 минут. А ты знаешь, сколько за 1 минуту людей в России рождается и умирает? Не. Тысячи. Вот и умножь. Тапки знаешь где? Да узнаю. Переобуешься, приходи. Слушаюсь. Проходи, садись. Чай я тебе не предлагаю. Подруга скоро придет, мне некогда. Я не задержу вас. Принес? Зоя Алексеевна, ну, а зачем бы я тогда приходил? Карата 4? Обижайте, Зоя Алексеевна. Почти 6. Не заливай. Богом клянусь. Не богохульствуй. Ну, гадом буду. Вот это ближе к истине. Камень чистый. Откуда знаешь? Фирма веников не вяжет. Все равно. Проверить надо. Сколько? Вам за 7 штук отдадут. А можно я вот эту картину посмотрю? Кажется, что-то новенькое у вас. Смотри. Ну, можно ли я и над могилою... Ты еще и певец. Шутите. Народного артиста СССР Михаила Ульянова в 17 часов 5 минут по московскому времени. Начинаем концерт по заявкам. Для коллектива бригады коммунистического труда 2-го московского часового завода прозвучит цыганская народная песня «Така-така-та». Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Зоя! 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 Это я! Слышишь?
Ну что? Не открывает. А может, она на гастроли уехала? Да не было у нее никаких гастролей. Она только приехала 2 дня назад. А может быть, она ушла куда-нибудь? Нет, при мне она не выходила. Ну, надо же, ничего не понимаю. Мы же с ней договорились на 2 часа. И никто к ней не приходил? Нет, нет, никто к ней не приходил. Совершенно ничего не понимаю. А у вас ручку и кусочек бумаги можно попросить? А, пожалуйста, сейчас, минуточку, минуточку. Пожалуйста, спасибо. Зоя приходила, как договорились, за 2 часа. Тебе не было. Буду часиков 5 в Вале. Тетя Зоя! Не открывает? Здравствуйте. Да нет, что-то. Главное, я позвонил, договорились, сказал, приходи. Ничего не понимаю. Может, в магазин? Да нет. Консьержка сказала, что никуда не выходила. К ней подруга час назад приходила, и ее уже не было. А вы ее не видели сегодня? Да нет. Черт возьми. Что же делать? Может, спит? Спит? А вы что думаете? Да нет, она бодрая была, как всегда. Но все-таки... 72 года, 2 дня назад на сердце жаловалась, потом давление. У вас ключи-то свои есть? Ключи? Угу. Они дома. Так привезите. Привезти? Точно. Правильно. Привезти. Хорошо, я быстренько. Ну хорошо, привезите. Вы тут пока посмотрите, я съезжу. Хорошо, посмотрю. Товарищ Пыльнов, здравия желаю. Капитан Сорокин по вашему приказанию прибыл. Здорово, Сорокин. Ну, что там у тебя по тому делу? Да ну, даже обидно. Кувыркались в гараже. Мотор включен был. Уснули и не проснулись. Каждую зиму предупреждают их, говорят им по телевизору. Нет, все равно желающие находятся. И главное, дети совсем. По 18 лет. Каждому свое. Ну, это так. Жалко дураков. Совсем дети. Ладно, давай, там с этой ерундой без тебя разберутся. Поступаешь в мое распоряжение. А что тут? Здесь все наоборот. Ничего не ясно, ясно только одно, что убийство. Домик знакомый, непростой. Непростой, говоришь? Да и убийство-то непростое. Артистку Федотову знаешь? Знаю. Какую Федотову? Вику? Вику? Насколько я знаю, она в Америке. Что, Зоя Алексеевна? И отчество знаешь? Так точно знаю. Откуда? Ну, знаю. Можно подумать, что я один ее знаю по имени и отчеству. А точнее? Точнее, мы учились с ее дочкой в школе вместе. С Викой? С Викой, с Викой. Унылая
пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увидание, в багрецы золота одетые леса. Здравствуйте, дети. Дети. Здравствуйте! Извините, Наталья Николаевна. Входи, Вика. Иди, иди. Иди сюда. Вот, товарищи, с сегодняшнего дня с вами будет получать знания наша новая ученица. Зовут ее Виктория, фамилия Федотова. Прошу любить и жаловать. Дети, поздоровайтесь с Викой. Здравствуй, Вика! Садитесь, дети. Прекрасно. А теперь, Вика, поздоровайся с ребятами. Вика. Вика. Поздоровайся со своими новыми товарищами. Вика, тебя все ждут. Ну, ничего, Вика просто растерялась. Ну да, конечно. Ведь она приехала издалека, конечно. Но я уверена, что Вика станет достойным членом нашего коллектива. Правда, дети? Вот и прекрасно. Продолжайте урок, Наталья Николаевна. Хорошо. Итак, садитесь, дети. Так, куда же мне тебя посадить? Ну-ка, пойдем. Вот. Будешь сидеть здесь, рядом с Сережей Сорокиным. Сережа у нас отличник, и он поможет догнать тебе то, что ты пропустила, хорошо? Поможешь, Сережа? Помогу. Ну и замечательно. Тогда подвинься. Вот, сюда. Садись. Так, дети, продолжаем наш урок. Воображала. Большая перемена. Дежурные, раздать завтраки. Чего? А что это она ест? Икру. Красная икра. Икра? Да. Вика, ты почему не ешь? Это не мое. Это твое. Партия и правительство обеспечивают тебя одноразовым питанием во время учебного дня. Ешь. Она совершенно дикая была. Угу. Ни с кем не общалась, чуть что сразу кусалась. Что значит кусалась? Фигурально выражаясь? Не, она как просто укусила меня, когда я ей не дал математику списать. Плохо училась. Да? Это такой гад был? Какой гад? Списывать не давал. Я б тебя тоже укусил бы. Thank you.
Некрасова трудно с кем-то спутать. Настолько оригинален и образ поэта, возникающий со страниц его произведений, и его берущие за душу интонации. Некрасов. Это что еще такое? У нее живот скрутило. Можно я провожу? Проводи. Не мудрено. Так, успокоились. Продолжаем. Некрасова трудно с кем-то спутать. Вика, Вика, подожди! Вика! Вика, остановись, пожалуйста! Давай понесу портфель. Ну, давай. А там в Казахстане, где ты была, немцы были? Не было. А танки были? Не было. А машины были? Да ничего там не было. Слушай, Сороку, пойдем быстрее. Опять крутить начинает. А я лучше. А можно я сделаю уроки и тоже в классике поиграю? Иду, иду. Да открываю, открываю. Смотри, какие нетерпеливые. Здравствуйте. Здравствуй. А ты кто? Я Сорокин. Мы за одной партой сидим. А, Сорокин. Ну, Сорокин, что это с ней? Чтобы я еще когда-нибудь вашу икру ела. Мясорубки! На каникулах. Что собираетесь? Не знаю. Папа говорил, что куда-то поедем. Мясорубки! Дочим наши ножницы! Мясорубки! Давай! Сорока, иди за нас играть, а то у нас одного человека не хватает. Я только поем и переоденусь. Быстрее, а то мы сегодня должны цедыковцам накостылять. Давай, давай, я здесь. Давай, пошел. Я быстро. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Хотите, пока я за Сороку побегаю? Чего? Того. Я на физкультуре бегаю быстрее его. Это тебе не физкультура, а футбол. Да знаю аж футбол. Бей по мячу и беги. Откуда ты взялась такая умная? Она приживалка у Руслановой в доме. Откуда ты знаешь? Мать отцу говорила. Она с поселения вернулась. Дочка зечки. Ах ты! Дочка зычка!
зайчики, дочка зайчики. Она и вправду здорово бегает. Дурак. Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, как тебе мне хочется сказать? Мишка, Мишка, где? Осторожней, как бритва. Да уж знаю, сколько раз после тебя пальцы резала. Благодарствую. Теперь недельки через две, в среду, я приду. Хорошо, спасибо. Тебе что? Дяденька, а мне подточите? А зачем тебе? Карандаши точить. Так, а его еще и незачем точить. Он еще, дай бог. О, редкая вещь. Такелажный, трофейный. Откуда такой? Отец привез? А вам какое дело? Может, и отец? Да нет никакого дела. Но что острый. Аккуратней, а то останешься без пальцев. Не останусь. А отец жив? Жив. Он у меня, может, генерал. Генерал-генерал? Генерал-генерал. Точно генерал? Генерал. И мама у меня есть. Даже две. Пасуй! Ну куда ты? Пасуй давай! Две! Ну же! Рыжий! Рыжий! Сорока! Давай, давай, давай! Сорока! Сорока! Ну чего тебе? Сорока, ты мне друг? Ну, друг. Тогда иди сюда. Ну, чего тебе? Тогда давай клятву. Какую клятву? Что ты друг мне. Клятву? Ну что, забоялся? Ну? А это зачем? Забоялся? Я так и думала. Чего забоялся? Ничего я не забоялся. Тогда клянись. Зачем? Клянусь, что буду другом Сороки и не продам его ни за что. Даже дополнительную пайку. Да пойдем пешком. Ну так чего говоришь? Прямо так и грохнулся в обморок? Почему грохнулся? Ну а что ж ты сделал-то? Просто упал. Ну упал. Нежным ребенком был? Ничего не нежным. Маменькин сынок. Да ладно тебе, я вон видел, как дядьки взрослые падали от вида крови. Нет, всего 10 лет было. Всего? Только не надо говорить, что ты в 10 лет за кобылой шел по полю. И сеял по миру добрые вечно. Ой, да что ж убили? Ой, за что ж такая напасть? Добрый день. Здрасте. Здрасте. Разрешите? Здравия желаю, товарищ майор. Давай. Здрасте. Здравствуйте всем. Кто обнаружил артистку-то? Да вот, племянник ее обнаружил. Здравствуйте. Как это было? Мы договорились, что я заеду к тете Зое в 3 часа. Я приехал, как и обещал, даже раньше. Потому что тетя Зоя не любила, когда кто-то опаздывал. Поэтому я и приехал раньше. Походил возле дома и ровно в 3 поднялся. Позвонил, но никто не открыл. Я подумал, может, не слышит или через глазок смотрит и не узнает. Тетя Зоя никогда сразу не открывала. Иногда по 100 раз спрашивала, кто там. Я говорю, я тетя Зоя, я. А она, кто я? И так по 5 минут бывал.
смерть наступила. В квартире руками ничего не трогал? Нет. Я как увидел, сразу вниз. Между часом и двумя. Следов насилия на теле не обнаружено. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай честных и добрых людей. Ну, правильно, ты как всегда. Ну что, скоро закончим и школу, и закончится наша с тобой дружба. Почему? А как же клятва? Клятва? Клятву-то я давала. А ты, по-моему, в это время в обморок упал. А я могу сейчас поклясться, и не только на крови. Хочешь воду тебя? Сейчас уже не надо. Расходятся наши пути дорожки. Ты вот кем собираешься стать? Ну, наверное, в мои пойду. Мои? Мои твои не понимают. Ну, а ты, конечно, театральный. Не, я вовгик. А, все равно артисткой будешь по наследству. По какому наследству? Меня, между прочим, уже несколько раз приглашали в кино сниматься. Так что дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Ну, а при чем здесь кто где будет учиться? Да потому, что у нас с тобой будут разные интересы. А я на тебе женюсь. Что? Что ты сделаешь, сорока? Женюсь! Да никогда ты на мне не женишься. Почему это? Потому что ты маменькин сынок. И твои родители не разрешат тебе на мне жениться. Разрешат? Нет, не разрешат. А их не буду спрашивать? Будешь. Не буду. Будешь. Не буду. Будешь. Не буду. Поцелуй меня. Что? Поцелуй. Ну, как считаешь, на первый взгляд, ничего не пропало? Вроде нет. Я здесь не так уж часто бывал, как когда раз в месяц заеду, когда в две недели раз. Как договоримся, так и заезжал. А без договора? Без договора она бы меня не пустила. Она и с договором. Ну, говорю же. Значит, по квартире ты не ходил? Нет. Так, Валентин Александрович. Да-да. Можно вас? Не трогайте, пожалуйста, вот это. Не трогайте. Смерть наступила от пулевого ранения примерно в час дня. Пуля и гильза от Зауэра, модель 38, калибр 7, 65 миллиметров. С чем я нас всех и поздравляю. Работайте. Так, собака была? Так точно, товарищ майор. Работал это жук, но след не взял. Добрый день. А вас кто вызвал? Дом наш. Понятно. Ну что, располагайтесь. Или вы предпочитаете взять сразу все в свои руки? Нет, вы работаете, работаете. Мы вам мешать не будем. Хорошо, спасибо. Чего я сбился-то? Про собаку спрашиваю. А, спасибо. Что, Саш, собака была? Да, товарищ майор, жук не смог взять след, но, в принципе, по поведению собаки можно с уверенностью утверждать, что дом подвергся какой-то обработке специальными средствами. Ну, точнее, мы сможем сказать что-нибудь только после проведения экспертизы. Ну, все понятно. Жук собака хорошая. Если жук спасовал, значит, можно быть уверенным, что сделали все профессионально. Ты с жуком-то знаком? Так точно, товарищ майор, приходилось. Не, хорошая собака. Значит, подтверждаешь мои слова, да? Так точно, товарищ старший лейтенант. У тебя есть вопросы к товарищам? Ну все, у капитана нет вопросов. Так что продолжайте работать, коллеги. А мы пойдем на кухню поговорим. А мне что делать?
Вам надо дать сейчас показания, наверное, подписать протокол, и, в принципе, можете идти домой. А насчет квартиры как же? Квартира будет опечатана, так что в квартиру вы попадете только после окончания следствия, либо когда вас вызовут. Так что ключи оставьте. Можете не волноваться, в квартире больше ничего не пропадет. Понятно? Понятно. Еще одна просьба к вам небольшая. Я приказывать не могу. Держать язык за зубами. Это с этим у нас как? Я вас понял. Понятно, хорошо. Я выражаю вам свои соболезнования. Лично я артистку Федотову очень уважал. Особенно мне нравится «Свадьба в Малиновке», как они с Пуговкиным там вытанцовывали. Видели, да? Да. А, ну да. Ладно, я... Берегите себя. В смысле? Ну, в смысле, жизнь. Видите, какая? Тяжелая. Ага. Смотри, пирожные-то резала. Ну? Ну. А чем резала? Чем? Ножом, наверное. Понимаю, что ножом. А где нож-то? Интересно, свежие нет? Товарищ майор, позвольте. Угу. Ну чего? Ты сам-то ее в кино видел? Ты спрашиваешь, будто я папуас. Почему папуас сразу? Это папуасы ничего не видели, ничего не знают. Я-то живу здесь, в кино хожу, телевизор смотрю. Ну и чего ты усмотрел? Чего-чего? Чего-чего? Вот я лично ничего, кроме этой... Ну как ее? Кроме «Свадьбы в Малиновке» я ничего и не помню. Я знаю, что она... Там, да, войны снималась где-то. Сидела, по-моему, даже. Сидела, да. За что? Спала с американцем. Да-да-да-да-да-да. Это ведь туда, к нему, потом твоя Вика уехала, да? Чего это она моя? Ладно, ладно, это я так. Гражданки, расходитесь по домам. Здесь ничего интересного не будет. Она сама, что ли? Сама-сама. Сердце, что ли? Сердце. Тот-то племянник волновался, лица на него. Расходитесь, да, расходитесь. Я люблю кино, я просто фамилии артистов не запоминаю, и все. Угу. Где она еще снималась? «Москва слезам не верит», видел? Угу. Ну, короче, неважно. Неплохая была актриса. Хорошая. Вот. Вот и вопрос. За что же хорошую артистку можно было убивать? Еще и пожилую женщину. Вот этого я не знаю. Сколько ей, кстати, лет-то было? За 60, наверное. Саш, случайно не находили ее паспорт? Обижайте, товарищ майор. Работаем. Молодцы. Оперативно. Ну? Ну, что я вам скажу, товарищ капитан? Ваша несостоявшаяся теща... Ладно, ладно, шучу я. Хватит пыхтеть. Зое Алексеевне Федотовой было 72 годочка. 72 годочка. В таком возрасте людей редко убивают, тем более женщин. Согласен? Угу. За что же эту женщину, хорошую артистку, известную, мать еще одной известной артистки? Чем же ей так несказанно повезло? За что? Ограбление. Раз.
Слишком много знала. Два. Месть. Возможно. Три. Наследство. Да, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Четыре. По ошибке. Хорошо, пять. Ну, еще может быть стечение обстоятельств. А еще что-нибудь можешь придумать? Только быстро. Быстро? Да. Ревность. В 72 года? Зато быстро. Хорошо, капитан Сорокин. Давайте домашнее задание вам. Саш, спасибо, возьми. Угу. Сегодня у нас пятница, к понедельнику. Выбери наиболее продуктивные версии и обоснуй, почему. Слушаюсь. Все, давай, ладно. Без нас справится. Поехали в управление. Садись в машину. Куда едем, товарищ майор? В управление. Будешь? Нет. А, я ж забыл. Ты у нас музыкальную школу заканчивал, а я дитя улицы. Мне кореша первый бычок сунули лет в пять. С тех пор не вынимаю. Да, мы таких, как ты, били нещадно. За что? За что? Пахли по-другому. Борщами да котлетами куриными. Ну, извини. За что? Я должен извиняться. Я. За десяток разбитых носов. Это сейчас так подравнялось. Тогда сразу после войны. Ни равенства, ни братства в первом государстве рабочих крестьян и в помине не было. У кого-то было все. Хорошие квартиры, немецкое барахло, фарфор, пианины. Отцы живые были. И матери в шляпках с кандибоберами. А у таких, как я, комната в бараке, мать-одиночка, да пьяные мужики по выходным. Вот выходил и вот таких вот маменьких сынков бил нещадно. Искоренял социальную несправедливость. Я революционером был. Можно и так сказать. Ладно. Давай, как там ваши отношения с Викой дальше-то развивались? Дружили? Дружили. Почему как вор? Не зажигая света, как вор, барюга. Пап, мне уже 16 лет, мне скоро паспорт дадут. Так вот, пока ты его не получил, ты должен приходить домой до отбоя. Какого отбоя? До того момента, как мы с матерью легли спать. Папа, я уже взрослый! Не якай! Петя, не бей мальчика! Мальчика! Ты воспитала его, как
как вор в дом приходит. Петя! Пошла вон! Ты знаешь, кто ты? Не бей! Закрой дверь! Если ты будешь встречаться с этой проституткой... Папа! Я тебя прибью. Она не проститутка! Я знаю, кто она, и мать ее знаю. Шпионка иностранная. Шлюха! Родила от врага нашей страны. Я тебя предупредил. Зоя Алексеевна, здравствуйте. Привет, Сорока. Привет, Сорока. Извини, конечно, что я тебя... Сереженька, мои. Сорока. Да Сорока, Сорока он. Мам. Ой, что-то мне кажется, я вас знаю, только не пойму откуда. Что-то лицо очень знакомое, а у меня память на лице хорошая. Это Зоя Алексеевна, я же тебе рассказывал. Мама Вики. А, мама Вики, ну да-да-да, конечно. Я же говорю, что память хорошая. Это наша Зоя. Здравствуйте, Зоя Алексеевна. Вы прекрасно выглядите. Это вы? Да, это я. Это я, Зоя Алексеевна. А я вас сразу узнал. Хоть столько лет прошло. Не может быть. Как я мечтала встретить вас и посмотреть вам в глаза. Ну, не надо, не надо. Как говорится, кто старое помянет, тому... Старое. Ну, старое, давнее. Давно забытое. Пап, так вы знакомы? Ты мне не рассказывал. Так это что, твой отец? Да. Зоя Алексеевна, надо помнить хорошее. Там. Телефон. Телефон? Опять сколько можно? Ладно, тебе спи. Даже выходные покоя нет. Сорокин слушает, алло. Они убили ее, Сорока. Они убили ее. Алло, кто это? Алло, кто это? Сорока, найди их. Найди их, Сорока, ты должен их найти. Вика, это ты, Вика? Пожалуйста, найди их, Сорока. Вот, откуда ты звонишь? Ты в Союзе прилетела? Вика, это ты? А откуда ты знаешь мой телефон? Да в Америке, я в Америке. Но я смогу прилететь или нет? Я пытаюсь сделать визу. Сорока, она была больная. Вика, Вика. Вика. Обещай мне, что найдешь, пообещай. Я постараюсь, Вика, я обещаю, я честное слово постараюсь. Вика, ты меня слышишь? Вика? Сорока, найди их, Сорока, ты должен их найти. Алло. Пожалуйста, найди их, Сорока. Кто это? А, кто? Кто это, Вика? Вика. Я тебя спрашиваю, кто это Вика? Вика, это по работе. Я так и подумала. Здравия желаю, товарищ майор. Вызвали? Вызывал. Плохо спал?
смысле? В смысле бледный. И мешки под глазами. Да так. Как так? Не понял вопрос, товарищ майор. Не понял? Вот я тоже не понял. Домашнее задание приготовил? Какое домашнее задание? Версии. У тебя версии есть? Почему артистку убили? О, это задание. Так точно. Есть. Разрешите доложить? Подожди докладывать. Иди оденься, пойдем хоть на бульвар сходим, что ли. Воздухом свежим подышим. А то все кабинет да кабинет. Ограбление я отбросил. Могли влезть, когда ее дома не было. Она же на гастроли ездила. Какие гастроли? Я слышал, она вообще не работала. В театре киноактера числилась. Ездила с программы по стране «Товарищ кино. Звезды прошлых лет». О, это я помню. Ха-ха, точно. Они у нас в деревне были. Андреев, Ладынина, Мартинсон. Байки рассказывали всякие, да. Отрывки из кинокартин показывали, да. По-моему, халтура. Ну, халтура. Ну, в кино же не каждый день снимают. Я тут с товарищем связался. Она у них проходила, как член бриллиантовой мафии. А вот теперь развернуто. Разворачивать-то нечего. Ну, у меня приятель на Лубянке, а там одна группа этим делом занимается. Он сам толком ничего не знает. А при чем здесь Лубянка-то? Я пока не знаю. А надо знать. Ладно, хорошо, по своим каналам пробью. Дальше. В общем, жить ей было на что. Она же еще и племяннику помогала. Так что воры могли влезть, когда ее дома не было, и вынести хоть всю квартиру. А выносить ей что? Не, ну, может быть, она собиралась уезжать и не уехала. А в этот момент раз и нагрянули. Но дверь-то не заперта была. Гостя сама Зоя Алексеевна впустила, а она, по словам того же племянника, она никого не впускала без точной договоренности. Она его самого держала на площадке по 10 минут, да. Пока не убеждала, что это точно он. Вот. Значит, боялась чего-нибудь. Я думаю, ее устранили как свидетеля. Свидетеля? Интересно. Свидетеля чего? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, милая, этот ответ я знаю. Ну, а про картины ты знаешь? Про какие картины? Берут шедевры русского мастера, замалевывают оригинал и вывозят на Запад, а там это миллионы. А, ну, это я знаю. Ну, а у Федотовой какая коллекция, видел? Да. И все русские мастера. Здрасте. Ну, значит, где миллионы, там запросто могут пришить и просто так. Ну что? Молодой человек, я вам могу сказать, это, конечно, неправильно, но ход ваших мыслей мне нравится. Мне тоже. Вот три варианта, когда могут убить человека. По заказу, по глупости и случайно. Оказался, как говорят англичане, не в том месте, не в то время. Это англичане так говорят? А зачем убивают по заказу? Из-за его головы. Его знания – единственное, что нельзя украсть из его квартиры. А так нет человека, нет проблем. Вот это тоже англичане говорят? Да. А? Какие умные англичане-то оказываются. А я их, честно говоря, всегда за уродов считал. Вырожденцев. Что, правда? Насчет англичан. Тебе кто в 4 утра из Америки-то звонил? Что? 12 минут пятого. Если быть точным, как твои англичане. Что ты на меня так смотришь?
Не знаешь, что у нас в конторе все телефонные звонки прослушиваются? Я к чему говорю? Если твоя девочка тебе будет трезвонить, я тебя в отделе удержать не смогу. Я уже сегодня с утра был на ковре и получил. Так что прикажут, и пойдешь на вокзал воришек ловить. А как же я ей? А вот это, капитан Сорокин, решите как-нибудь без меня, ладно? Вот что это за желудок? Ровно час дня, бом-бом, пора обедать. Как вот этот феномен англичане объясняют? Че молчишь-то? Обиделся, что ли, на меня? Я твоих телефонов разговоров не прослушиваю. Понимаешь? Пойдем. Если тебя что-то не устраивает, ты иди на Лубянку, там устраивай демонстрацию. Тебе Сахаров с Солженицыным и Ростропович распишутся. Или с товарищем своим поговори на Лубянке. Тебя точно из органов выпрут. Пока ты со мной, пошли. Сейчас наши буфет снесут. У них часовые механизмы тоже, знаешь, дай бог. Сколько раз говорил себе, женись, женись. Всегда будешь сыт и хорошо одет, вот как ты. Тебе жена завтрак готовит? Готовит. Чё так не уверена? Сам что себе яичницу делаешь? Готовит, готовит. Вот и я думаю, зачем жениться? Завел себе стиральную машину, Наташа, и живи, как хочешь. Что еще за Наташа? Есть такая марка? Да. Ну, мне нравится Наташа, заведи себе Зину или Машу. Ну, что это? Ну, смотри, ну, что делает? Ну, что вот так режет? Я люблю, чтобы красиво было. В голодный год такой кусман в рот не засунешь. Коллеги, извините, случайно ножичка не будет? Будет случайно. Держи, с квадратом. Ну, естественно. Ух ты! Какой ножичек-то? Не из вещдоков-то? Тебе и нож дай, и показания дай. Так, что ли? Спасибо. Да не за что. Ой, острый какой. Как бритва прям. Тебе нужен? Осторожней, как бритва. Сорока! Сорока! Ну чего тебе? Сорока, ты мне друг? Ну, друг. Тогда клянись. Ну что, нож больше не нужен? Не нужен, спасибо. Спасибо. Да ради бога. Ты чего, сегодня решил голодовку, что ли, строить? Нож. Что нож? Нож видел. Что, я с детства не насмотрел, что ли, ножей этих? Мы пацанами гулять не выходили без ножей. О финках мечтали. Были мастера, делали с наборными ручками. А уж в этом-то здании, угу, я насмотрелся, во. Нож, которым ты хлеб резал, видел? Ну, видел я. Что, я слепой, что ли? Я, кстати, в отличие от тебя, его в деле проверил. Такой точно был у Вики. Этот нож подарил ее матери тот американец, отец Вики. Да ладно. Мало таких ножей, что ли, было? С
что этот американец единственный, что здесь был. Брось. В Германии их было полно. Во время войны наши солдаты вон братались с американцами сколько угодно. Форму же не подаришь, правильно? Или автомат. Вот и обменились всякой с мелочевкой. Так, слушай, ты будешь доедать или нет? Я не могу. Что-то не хочется. Ну, давай тогда я доем. Ну, ешь. А кто это такой, ты не знаешь? Я что-то... Не из нашего управления? Уже? Из секретного отдела. Секретного? Да. Я сказал «да» и точка. Я сказал «да» и точка. Пей компот. Выходить с делом из кабинета строго воспрещается. Выходить из кабинета и оставлять дело тоже строго воспрещается. Да я в курсе, лейтенант. Не в первый раз. Если захотите выйти, просто снимите трубку. За вами придут. Делать какие-либо записи или фотоснимки строго запрещено. У вас ручка есть? Ну, есть. Отдайте мне. Одну минуточку. Распишитесь. Вот здесь. Вопросы есть? Никак нет. Эй, лейтенант. Слушаю. Между прочим, я капитан. Удачно поработать, капитан. Всегда так. Как за стол, так вас нету. Наливайте, а мы будем закусывать. Тихо, 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 тихо. Николай, Сура. Наливай. Сашка, кому сказал? Тихо. Все. Так, так. А теперь, если мне позволит, я хочу предложить тост. Так. За нашу Зоеньку. За нашего веселого зайца. Дело в том, что наш заяц, он теперь не просто заяц. Он заяц-щитовод. Щитовод. Пап, ну велика важность. Велика, велика. Велика. Наш заяц начал трудиться. Он теперь тоже будет приносить пользу нашей родине. Ну, за нас. Зонька, я пью за тебя. Чтобы мне никогда не пришлось за тебя краснеть. Правильно. Ба. А ты что пьешь? Ситрон! Что она может еще пить? Ой,
И где же ты трудишься, Зоенька? На каком поприще? На поприще страхования. Да временно, временно. А потому что у нас, ой, Зойка в артистке собирается. В артистке? Никаких артисток. Ты что, хочешь меня опозорить перед товарищами? Пап. Почему? По-моему, у нее все данные. Да, не говори. Да. Да и ты, я помню, неплохо пел. Ой, что я пел-то? Да пел, пел. Мычал. Хорошо пел, сейчас пою. Идем. Можно мы пойдем на лодочке покатаемся? Пап. Ладно, давайте только осторожнее. Ну и откуда такие красивые барышни в нашей реке? Вашей? Это что, река ваша? Ну а чья? Это что-то новенькое. Вы что, из буржуев? Это мы из буржуев. Мы из общества «Освобожденный труд». А как же тогда река может быть вашей? Ведь сейчас все народные. А вы приходите на следующие выходные на водную станцию и посмотрите. Приходите, приходите. А что будет, если приду? Ну, во-первых, у нас там соревнования будут на Кубок города. Соревнования. Ну, а во-вторых, показательные выступления. Ну, а в-третьих? Ну, что в-третьих? Ну, а в-третьих, я вас там ждать буду. Ну, тогда не приду, нет. Придете? Потому что я не привыкла быть в-третьих. Тут я оговорился. Я вас, во-первых, ждать буду. А если придете, обязательно выиграю. Тогда я обязательно приду. Обязательно приду. Ну и подругу свою приглашайте. А я не подруга, я сестра. Да. Тем более приходите. Так, 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 так. Она еще маленькая. Поплыли, поплыли. Поплыли? Ну тогда в 11 я буду ждать. Ждите! И я ждать буду. Давайте я помогу. Руку. Иди первая. Осторожно, осторожно, осторожно. Спасибо. Благодарю. Скажите, а вот вы со всеми на свидания ходите? Я? Вообще на свидание ни с кем не хожу. Похвально. Слушайте, а танцевать как? Любите? Танцевать? Да. Вообще-то люблю. А вам что? Ну, может, я вас пригласил бы. Все, папа. Тоже на лодочную станцию. Ну что, у меня салон свой. Салон? Какой салон? Ну, там молодежь собирается, читают стихи, танцуют, выпивают, но закусывают. А нам папа разрешает только сетро пить. Прекрасно. Там и сетро есть. А конфеты и пирожные есть? Ну, множество, множество. Все, что хотите. А сколько билет стоит? Что вы, дамы не платят. Платят только кавалеры. Нам папа не разрешает с кавалерами. Все, иди отсюда, иди. Я все папе расскажу. Иди, рассказывай, иди, рассказывай. Слушайте, я все папе расскажу. И правда, приходите. У меня даже иностранцы бывают. Иностранцы? Да. Какие? Ну, разные. Из Германии. Недавно даже из Японии был. А где этот салон находится? Малая Никитская, 4, во дворе. Придете? Не знаю, не знаю. Я буду ждать. Безвозвратно, вот свадьба.
забыли. Вы... Не жалеешь, Леша, что из Питера уехали, а? Я не жалею. Москва шумная, живая. А мне в Питере было как-то уютнее. Хотя и комната была маленькая, и Лёше платили меньше. А ты, Лёша? Ну, я же не по своей воле. Меня партия направила. А что касается того, что не жалею, о многом жалею. Многое мне раньше по-другому виделось. Ты о чем, Лёша? Лёша. Ни о чем. Машина пришла. Эй, давайте собираться. Девочки, собираемся. Собираемся. Шурка, возьми кошелку. Ну что? Ну что? 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 Ну что там? Как было? Нормально. Как отчитал? Приходи. Нормально. А что читал? Демьяна Бедного. А из прозы? Горького. А Нацина можно читать? Кого? Нацина. А про комсомольскую путевку спрашивала об этом? Так без нее и слушать не стану. Как, а если нет комсомольской путевки? Без путевки лучше не соваться. Правда? Зуб на холодец. Зоя Алексеевна Федотова. Федотова, Зоя Алексеевна. Федотова. 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 Нет, ее нет. Федотова, Зоя Алексеевна. Федотова. Я не пойму, нет что ли Федотовой? А, есть. Федотова. Вижу, вижу, вижу. Где? Вот, да. Это я. Внимательнее надо быть, товарищ Федотова. Вас тут вон сколько. А комиссия одна. Входите. Не пух. Ну чего вы ждете? Входите уже. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Ну, представьтесь нам, кто вы, откуда? Я из Петрограда. То есть, вернее, я родилась в Петрограде, а когда папу перевели в Москву работать, то мы тоже переехали. Марк Семенович, разгоните. Секундочку. Угу. Насколько я понимаю, у вас нет комсомольской путевки. Да. Что да? Нет. Коллеги, я не понимаю, зачем мы тратим на гражданку Федотову в свое время? Угу. У нас в коридоре столько людей с путевками. Угу. Клара Генриховна, сколько у нас там народу еще? Человек 20 еще. 20 угу. Молодых львов с путевками. Я предлагаю пригласить следующего. Ну, как, коллеги? Ну, я думаю, Марк Семенович прав. Федотов. Нужно... пригласить следующего. Направлен. Да, барышня, мы, конечно, очень рады. Но вот получите путевку и непременно приходите, мы вас обязательно прослушаем. А сейчас покорнейше прошу простить. Извините. Простите, подождите, товарищ Федотова. А куда? По службе? Направили вашего батюшку. Зоя Алексеевна, а где работает ваш отец? Папа? В Кремле. Ну что ж, Зоя Алексеевна, я полагаю, мы вас все-таки прослушаем. Что бы вы хотели прочесть? Нацина. А, ну что ж, давайте Нацина. Из дневника. Исполняет Федотова.
Хоть бы хлынули слезы горячей волной, я б желанной грозы их стыдиться не стал. Как дитя бы к подушке прильну головою и рыдал бы так горько, так сладко бы рыдал. Я рыдал бы о том, что и тесно, и душно, и мучительно жить, что на горе других я и сам начинаю смотреть равнодушно. Спасибо, спасибо, достаточно. А что вы хотели бы предложить нам из прозы? А нужно? По правилам, каждый поступающий имеет право предоставить поэтический отрывок, басню и прозу. У вас же есть проза? Гортензия Должанская. Проза. Монолог растоптанного цветка. А у вас нет чего-нибудь другого в репертуаре? Чего? Ну, чего-нибудь пожизнерадостнее. Ну, я готовила монолог к растоптанного цветка. Кстати, а где вы его нашли? В Ниве. Ну, я так и думал. Ну, тогда все понятно. А какую басню вы хотели бы предложить нам? «Свинья под дубом». Вот. Вот давайте лучше «Свинью». То есть монолог растоптанного цветка не нужен? Нет, увольте. «Свинья под дубом вековым, наевшись желушей». Можно еще раз? Да, пожалуйста. «Свинья под дубом вековым, наевшись желушей под...» «Свинья под дубом вековым, наевшись желудей, досыта до отвалу, наевшись выспалась...» «Наевшись выспалась под ним и...» Ну, что, ну как? Ну, что-то. Не прошла. Я ж на эти иконы плевал, чтил я грубость и крик в повесе, а теперь вот растут слова самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зиму, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада? Я ни нищий, ни жалок, ни мал, и сумею расслышать за пылом. С детства нравится, и я понимал, кобелям да степным кобылам, того и себя. Зоя? Зоя! Зоенька, господи, я так рад, что вы такая молодец, что осмелились прийти к нам. Только вы какая-то грустная. Да, был плохой день сегодня. Плохой день? Но мы сделаем вам замечательный вечер. Танцы, стихи. Какие? Ну, там, Есенин, Надсон. Надсона любите? Нет. Дадите что-нибудь поесть? Кто-то пирожное обещал. Ну, конечно, а как же, пирожное, ситро, все как обещал. Вы тогда сразу, пожалуйста, в буфет, в зал не заходите. Идемте, идемте.
несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опусти. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Пойдем. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о коне. Прошу вас. Я и сам Ну что, ситро, пирожные или все-таки, может, шампанского? Давайте шампанское. Голубчик, дай мне шампанского. Слушаюсь. Можно пирожные? Можно. Пирожных? А вам каких? Какие есть? У нас есть разные, ну там эклеры, меренги, песочные есть. Эклеры. Голубчик, эклеры, пожалуйста. Минутку. И меренги. Голубчик, и меренги, пожалуйста. Одну минутку. И песочные, пожалуйста. Голубчик, несите все. Будет сделано. Кеверен, вы опять с хорошенькой барышней. Где вы их находите? Ну как же, лицо моего салона – это девушки, которые приходят сюда. У вашего салона прекрасное лицо. Представьте меня, будьте так добры, даме. Пожалуйста. Зоя. Зоя Алексеевна, она... Я с ней познакомился на пляже, на реке. Она, между прочим, очень хорошо поет, я слышал. Вы слышали? Да, простите, так получилось, я подслушал. А это Кирилл Владимирович у нас, музыкант. Вы услышите чуть позже, как он играет. Когда? Ну, когда начнутся танцы. Аккомпанирует. Вы не придете. Ну почему же? Я же сказал, что подумаю. Ну, показывай. Показывайте мне вашу реку. Давайте. Река.
А парень с милой девушкой на лодочке катается. По-моему, там по-другому было. Где? Ну, в песне. И как? Они там на лавочке прощались. А мне так больше нравится. Какая лилия красивая. Можно туда подплыть? Какая красота. Ваша река действительно не похожа на то, где мы бывали с родителями. Да и что? Вы видели, какие лилии у нас в деревне под Рязани? Вот это лилии. А что вы здесь делаете? Приехал по путевке комсомольской. Завод строит. Счастливый. А вы что, нет? Потому что у меня нет комсомольской путевки. Ой, можете поближе подгрести? Спасибо. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. А я вас тут поджидаю. Меня? Вас. Хочу вас пригласить культурно провести вечер. Со мной культурно провести вечер? С вами. Каким же образом? Синематограф, нескучный сад, театр. Выбирайте. Какой театр? В любой. Хочу в театр Мирхольда. А вы уверены, что они дают постановку сегодня вечером? Не уверена. Тогда поехали. А! Извозчик! 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 Подожди. Ну, что? Откуда вы узнали, что я здесь работаю? А я волшебник. Я вам разве не говорил? Нет. Ну, вообще-то, пару дней назад вы работали топером. Ну, это свободное от волшебства время. Если мы не хотим опоздать театр, тогда нам надо спешить. А, ну тогда догоняйте. Они совершенно не прожарены. Совершенно. Да как не жареные? Купите брошь с алмазами. Брошь? Недорого. Нет, нет, спасибо. Брошь с алмазами. Ну, теперь что? Даже не знаю. Я так мечтала увидеть его ревизора. Увидите. Вот после 1 сентября и увидите. Я об этом позабочусь. Ну-ка, не будем расстраиваться. Стараюсь. Даже не знаю. В последнее время мне так не везет. Зоя Алексеевна, а куда же вы подевались? Мы вас разыскиваем повсюду. Разыскиваете меня? Ну, конечно. Вы приняты. Вы прошли конкурс. Занятие с 1 сентября. Я вас не узнала. Не может быть. Может. Поздравляю вас. Только вот мой вам совет. Бросьте вы всю эту декадентскую ерунду. Вы же девушка из народа. Да? До сентября. Похоже, что с 1 сентября у вас начинается новая жизнь. А позвольте вас спросить, куда это вы прошли? Я поступила в театральное училище. Я стану актрисой. Это надо отметить. А потом, после премьеры, я заеду за вами на Лихаче и увезу вас отсюда. Далеко. Далеко. На Малую Никитскую 4.
гораздо дальше. Неужели на Большую Никитскую? Я увезу вас в Австралию. Почему в Австралию? Вы никому не скажете? Что не скажу? В Австралии живет мой отец. Почему это он там живет? Он был офицер. Офицер? Угу. Белый офицер. Угу. А где же я буду сниматься в кино? В этой Австралии. Ну, тогда я увезу вас в Америку. Хотите? И вы там будете второй Мэри Пикфорд. Нет, вы будете первой Зоей Барно. Почему Барно? Потому что, когда мы поженимся, вы возьмете мою фамилию. Ну, едем? Едем. Только отвезите меня, пожалуйста, домой. А то мне завтра работать. Спасибо. Вот так вот. Кто это? Постойте, будьте добры здесь. Я разберусь. Эй! Предупреждаю, я владею приемами самообороны. Да ты мне даром не нужен. Мне вон она нужна. Зоя! Ну-ка, постой. Здрасте, Зоя. Что вы здесь делаете? Я к вам. Вас жду. Зачем? Поговорить надо. Нам не о чем разговаривать. Подумаешь, один раз встретились, прогулялись и... Это же ничего не значит. Вы знаете, я совсем не хотела вступать с вами ни в какие отношения. Че, из-за этого, что ли? Кто вам давал право говорить так о незнакомом человеке? Извините, пожалуйста. Ага. Держите карман шире. А если ему что не нравится, можем выяснить. Не смейте, все! Уходите отсюда. Уходите отсюда! Уходите. Теперь я буду волноваться. Не стоит. Я сумею за себя постоять. Ну, до завтра. Да. Почему так поздно? Скружилась. Откуда цветы? Сегодня был самый счастливый день в моей жизни. Зойка, хватит! Успокойся! Закружилась голова! Рассказывай. Ничего. Зоя, рассказывай. Спи. Немедленно спи. Рассказывай. Зоя, ну пожалуйста. Ну, все, пожалуйста. Спи, ложись. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Вырастешь, расскажу. Ну пожалуйста.
Ну и ладно. Опенела, закружилась голова. Зоя, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Иду, иду! Сейчас! Кто там? Откройте, у нас ордер. Какой ордер? Так, подождите. Алексей, чем подождите. Федотова Зоя Алексеевна здесь живет? Да, она моя дочь. А что, собственно... У нас ордер на ее арест. Какой ордер? Арест? Что это? За что? Пошел вон. Извините, вы не подскажете, куда меня везут? В ОГПУ? Ну, я же ничего не сделала. Вакуленко, рожа деревенская, сколько раз говорить, сортир в коридоре, три шага, а ты все как дворняга ногу у стены так задираешь. Товарищ начальник, только хотел, а тут машина. Выходим. Ты что, меня не слышишь? Ну я ничего не сделала. Замолчи, шагай. Встать. Я ничего не делаю. Зачем мне сюда?
сюда ведете? Я кому сказал встать? Я никуда не пойду. Встать! Или я пристрелю тебя, как собаку. Стоять! Лицо к стене! Плечо вперед. Шагом марш. Встать лицом к стене. Не поворачиваться. У нас рабочий день закончен. Вы слышите меня? Что? Все. Рабочий день закончен. А завтра во сколько можно? Оформляйте заявку. Лейтенант, хочешь новый анекдот расскажу? Я не люблю анекдоты. Я так и думал. Представляешь, ее ОГПУ арестовал, когда ей было 20 лет. Она тогда и актрисой еще не была, только прошла конкурс в театральном училище. Вот это новость. Да. Причем ордер подписывал сам Ягода. Сам председатель ОГПУ подписывал ордер на арест вот этой девочки? Ему что, делать что ли было нечего? Ну, он тогда был только заместителем. Ну, так, дорогой мой, значит, зам председателя тоже не слабо. За какие такие заслуги? Она что натворила? Пока не знаю. Пришел этот лубянский цербер, выпер меня. О, как неуважительно о коллегах. Да пошел он, какая-то канцелярская крыса. Понту, будто он главный разведчик страны. Вот порода. Ладно, таких гусей в нашей конторе полным-полно. Мне вообще долго сидеть там? Пока не разберешься, что к чему. Ну а что, помоложе нельзя кого-то послать? Здрасте. Ты чем сейчас хочешь заниматься? Свидетелей опрашивать? Давай бабушку с первого этажа. Я с ней уже разговаривал. То направление, которым ты сейчас занимаешься, самое продуктивное. Все. Как это понять? Вот как хочешь, так и понимай. Тебе брать мороженое? Нет. Я позвоню. Давай. Алло, я слушаю. Это я. Привет. Если ночевать не приду, мама просила на дачу съесть батареи проверить. Сама знаешь, какие морозы. Так что, алло. Я слушаю, слушаю. Ну вот, а утром я сразу в управление. Счастливо. Да. Хорошее мороженое. Он идет. Идет, товарищ ваш. А ты чё ж? Мороженое не уважаешь? Почему? Я люблю мороженое. А чего ж ты его не ешь никогда? Вот обкрадываешь себя. А? Лишаешь тебя удовольствия, да? Лишает. Что-то я говорю, кто сказал? Людей, которые едят мороженое, 30-градусный мороз, победить да. нельзя. Правильно. Черчилль. Чего Черчилль? Это сказал Черчилль. Наверное.
Вот. Съел мороженца и сразу как-то полегчало даже. Вот сейчас бы сразу раз и в прорубь. Шучу, шучу. Чу ты? Наденька, спасибо вам большое. На здоровье. Приходите. Ну чего, гражданин начальник? Давай теперь я тебе буду докладывать. Пролазили наши эксперты по-пластунски все. Полы, стены, потолок. И что они нашли, по-твоему? Как ты думаешь? Прав. Ничего они не нашли, абсолютно. Будьте здоровы. Будь здоров. Спасибо. Ой, с проруби я перебрал, правда. Перебрали. Тут бы, в принципе, кричать «караул», если бы не вещество, которым он или они обработали пол. Это не просто. Ты же говорил, собак след не взяла, да? Ну? Это был не какой-нибудь табак или что-нибудь типа этого. Это была химия. Химия непростая. Мало того, это вещество из нашей лаборатории. Какой еще лаборатории? Спецразработка. Это мне сказали по секрету. От слова советского офицера, который я с готовностью дал. Почему? Потому что там подарки лучше. То есть? Сорока, вот никогда не делай поспешных выводов, понял? Ты просто прими к сведению то, что официальные бумаги о том, что это вещество присутствовало в квартире убитой, нам никто не даст. Это почему же? Я отвечать сейчас должен? Да нет. Это тебе не ножик твой, перочинный. Ты зря так про нож. Таких ножей не так много, я уверен. И в том уверен, что у Вики был такой же. Был, говоришь? Говорю. Не шутишь? Вижу, не шутишь. А помнишь, стихи такие были? Ножик перочинный. Перочинный ножик. Ножик перочинный. Перочинный нож. Ножик перочинный. Перочинный ножик. Ножик перочинный. Перочинный нож. Кто написал-то? Маяковский или Есенин? Как думаешь? Да ладно тебе, что ты? Помни про твой ножик. Забросила удочку на твой ножик. Может, кто и клюнет. Ты куда сейчас? Переделкино. Надо батареи проверить на даче. У нас и дача. И в Переделкино. Это дача родителей. И родители есть? Слушай, кончай, а? Очень сейчас неуважительно ты с руководством разговариваешь. Чего ты меня подкалываешь? Сорока, так ведь дело дойдет до рукоприкладства. Давай, езжай на свою дачу. Эта дача не моя. Конечно, не твоя. Завтра с утра попытаюсь все сделать, а вечером приеду на электричке. Встретишь меня? Конечно. Что привезти? Ты сама приезжай и все. Давай. Тогда я что-нибудь вкусненькое привезу. Привези. Веди себя прилично. Пока-пока. Thank you.
Сорока. Сорока. Привет, ты что здесь делаешь? Да так, шла мимо, увидела тебя. Вот как? Была у друзей из литературки. Ты не рад? Почему не рад? Просто неожиданно. Можно войти. Войти? Входи. Я ненадолго. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Может, на веранду пойдем? Зачем? Прохладно как-то. Разве? Кажется. А мне так не кажется. Не хочешь меня спросить, зачем я пришла? Ну, ты же сказала, что… Я соврала. Соврала? Зачем? Подумала, скажу тебе правду, ты меня не впустишь. Почему? Ты изменился, Сорока. Да? Да. На мамочку свою стал похож. Сколько мы не виделись с тобой? Лет 5 или 10? За это время я стала актрисой, Сорока. Знаменитой актрисой, ты не мог не слышать об этом. Да, я слышал. Помнишь, мы как-то шли с тобой в школу, и я сказала, что я стану актрисой? Помню. Так вот, я стала. Поздравляю. А ты кем стал, Сорока? Ты, кажется, собирался стать моим мужем, только что-то не припомню. Ты стал им, Сорока? У тебя был муж. 2. Нет, 3. У меня было 3 мужа, Сорока, но ни одним из них не был ты. Почему? Пойдем в дом. Боишься. Ты же с известной актрисой. С актрисой, которую любят все. Понимаю. А ты знаешь, Сорока, что я нравлюсь всем мужчинам Советского Союза? Знаю. А тебе я не нравлюсь, Сорока? Скажи, ты еще любишь меня, Сорока? Может, все-таки пойдем? Нет, ты мне ответь. Ты любишь меня, Сорока? Вика. Нет, я хочу знать. Ты любишь меня, Сорока? Любил. Любил. Значит, все-таки любил. Поцелуй меня. Вика. Поцелуй. Не хочешь поцеловать меня? А зря. Другого такого случая может и не представиться. А ты знаешь, что меня мечтают поцеловать все мужчины Советского Союза? Все мужчины всего Советского Союза мечтают поцеловать меня, а ты нет? Ты не мечтаешь, Сорока? Ладно, пойдем. Пойдем в твой дом. Я вспомнила. Последний раз я видела тебя здесь в Переделкино 2 года назад. Я шла со своим 3-м мужем, а ты шел со своей женой. Какой по счету? У меня жена одна. Кто бы сомневался, Сорока. Ты же у нас такой правильный. Не то, что я.
У тебя там выпить-то что-нибудь есть? Не знаю, наверное. Найди. Как это не смешно, Сорока, я видела тебя со всеми своими мужьями. Ты знаешь это? Знаю. Прости. За что? Думаю, тебе было больно. Я не помню. А я думаю, что тебе было больно. Я уверена, что тебе было больно. Потому что ты всегда любил меня. И я знала это, когда мы шли с тобой из школы. Я знала это, когда встречала тебя со всеми своими мужьями. С каждым из них. И с первым, и со вторым, и с третьим. И я знаю это сейчас. Ты не обманешь меня, Сорока. Послушай, Вика. Я пришла попрощаться. Попрощаться? Я уезжаю. Куда? Неважно куда. Важно, что навсегда. Ты понимаешь, что такое навсегда? Навсегда это значит, что ты больше никогда не увидишь меня. Никогда не возьмешь меня за руку. И никогда не поцелуешь меня. Ты хочешь поцеловать меня, Сорока? Хочешь? Бессовестная! Отвали, бабка! А ну дай пыжика померить! Валим, валим! Валим, 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 быстрее! Ты чё, мужик, без шапки мал? Ты можешь пальто лишить? Давай! Товарищ, помощь не требуется. Позвоните машинистам, чтобы наряд вызвал. А может, все-таки... Понял. Не требуется. Сейчас. Машинист! Машинист! Здесь драка! Четвертый вагон! Нужно милицию вызвать. Они как налетели на него. Здравствуйте. Я подумал. Хорошо, Сорокин. Хорошо. Здравия желаю. Да? До свидания. А молодая. Нормально там. Без шапки мы на них срок не повесим. Ничего, в отделении просто плюх навешать и отпустите. Небось, руки у кого чешутся. Да, у меня первого. Ну вот и достаточно. Вы только не переусердствуйте. Да, не волнуйтесь. Не впервой. Ага. Доброе утро, лейтенант. Ну, для кого-то оно доброе.
а для кого-то не очень. Вот здесь, пожалуйста. Время, дата и адрес. Да знаю я. Угу. У нас сегодня торжественное собрание, поэтому мы заканчиваем работу в 15:45. А лучше бы в 15:30. 45, так 45. Успеешь на свое торжественное. Дыши вниз. Не поворачиваться. Вниз тебе говорил. Направо шагом марш. Ты что, оглохла? Сюда. Угу. Садись. Пейте. Травить вас никто не собирается. Нам разобраться надо. Пейте, пейте. Фамилия? Ты будешь говорить? Или я тебе, тварь, я такую... Помолчи. Что в квартире? Пока не вернулись. Может, вы скажете, что ищете? Я повторяю, я служу в Кремле. Я это безобразие так не оставлю. Моя дочь ни в чем таком не замешана. Ей всего 20 лет. Это кто на фотографии? Вы? Я. А это кто рядом с вами? А это Алексей с товарищем Троцким. А это с Бухариным. А это с Владимиром. Или чем? Почему вы к нам ворвались? Куда вы увезли Зою? Что она могла такого сделать? Она целыми днями работает. Она работает целыми днями, она ничего не виновата. Успокойтесь, гражданка. Разберутся с вашей дочерью. Завтра же, утром, я свяжусь с товарищем Минжинским. Это безобразие. Кто будет убирать? Уберетесь как-нибудь. Говорите, будете телефонировать товарищу Минжинскому? Валяйте. Пора что-нибудь просто. Да ты тут при чем? Что же это, Леш?
Вы успокоились? А что я сделала? Вот это мы и хотим узнать. Но я же ничего такого не делала. Вы знакомы с неким господином Кебреном? Нет. А вы подумайте. Нет, я не знакома с таким гражданином. Ну, куда вы в последнее время ходили танцевать? В салон. А где находится этот салон? Во дворе, там, на Малой Дмитровке. Дмитровке? Что? Вы сказали, на Малой Дмитровке. Вы уверены? Да, нет, не уверена. На Малой... Нет, находится на другой улице. На Малой... Никитской... Да, точно, на Малой Никитской, 4. Ну и кто владелец этого салона? Я не знаю. А вы подумайте. Ну, я правда не знаю. Но кто вас пригласил в этот салон? А, тот самый... Значит, ты есть владелец салона? Тот, который меня на речке пригласил? Тот самый хозяин? Ну вот, а вы говорите, что не знаете. А, нет. Я, кажется, его знаю, но я не знала его фамилии. Не знаете? Или забыла? Забыла? Где вы с ним познакомились? Смотрите на меня, пожалуйста. Мы спросили, где вы познакомились с гражданином Кебреном? С гражданином. С гражданином я сказала, что я познакомилась на речке, то есть на пляже. Мы катались на лодочке, а он у берега стоял, на нас смотрел. При каких обстоятельствах? Кажется, я выходила из лодки, а он подошел ко мне. Ты и брось это кажется. Что тебе кажется? Ты кому голову морочишь? Ты ОГПУ голову морочишь? Да тебе дрянь такую за это к стене! Да. Я выходила из лодки, а он подошел ко мне и пригласил меня в салон. Зачем? Зачем тебе ходить в этот салон? Танцевать. Танцевать. Ясно. Одним, значит, работать, другим танцевать. Я тоже работаю. Где ты работаешь? Я говорила, я в госстрахе работаю. Кем ты работаешь? Да погоди ты! Ты выходил! Гражданка Федотова все рассказала. Где она работает? Кем она работает? А на кого она работает? Она говорила? Нет, не сказала. Пока не сказала. Ну, не все же сразу. Зоя Алексеевна нам сейчас все расскажет. Ведь правда? Да, я вам все расскажу. А мы в этом и не сомневались. У нас здесь все все рассказывают. Сказать почему? Да. Угу. Первое. Мы умеем... правильно задавать вопросы. Второе. У советского человека не должно быть тайн от ОГПУ. Иначе как же мы будем бороться с врагами нашей республики? Верно? А у меня нет тайн. Ну вот вы это и докажите, рассказав нам все. Да, я расскажу. А что я должна рассказать? Что? Я тебе скажу. Как ты танцевала с иностранцами у этого шпиона Кебрена. Вот что ты можешь рассказать. Кого ты встретила там еще. И это можешь нам рассказать. И ты расскажешь. Понятно расскажешь. Или я вытрясу из тебя все, что ты знаешь. А я это вытрясу. Зоя Алексеевна нам все расскажет. Но завтра. Спокойной ночи. Увидите. Идите. Как? Куда? Домой? Пока нет. А куда? В камеру. Подождите, я... Вы сказали до завтра. Давайте я вам сейчас все расскажу. Я не хочу в камеру. Зоя Алексеевна. Идите, Зоя Алексеевна. В
камере у вас будут все условия, чтобы все хорошенько вспомнить. Иди, я не хочу в камеру. Идите. Уведите ее. Стаканчик. Угу. I don't understand. Why is not anyone telling me what is this place? Выходи. Where have you brought me? Замолчи. Don't touch me. Keep your hands off me. Замолчи, дурачок. Лицом к стене, говорят. Don't touch. Ах, ты падла. Don't touch me. Oh, you're hurting me. Please, I'm going to complain. А ну помоги. Иди тоже. Пошли. Шагай. Не лежать! Что? Вам было сказано не лежать. По распорядку дня лежать можно только ночью. Ночью? Запрещается перестукиваться, спать сидя, облокачиваться на стенку. Сидеть можно только на табурете за нарушение распорядка дня, карцер. Что? Сидеть можно только здесь. Я вас знаю. И вы меня знаете. Вы живете в доме напротив, в подвале, во втором подъезде. А я в красном доме, напротив. Помните? Я даже помню, как вас зовут. Убрать руки. Вас тетя Тоня зовут. Вы тетя Тоня? Помните, вам моя мама носила молоко, когда у вас болела младшая сестра? Вы помните? Убрать руки. Да, хорошо, хорошо. Вы, пожалуйста, скажите им, что я не виновата. Хорошо? Что они ошиблись. Скажите им, пожалуйста. Убрать руки. Вы скажете? Вы скажете? Убрать руки, сесть на место и замолчать. Спасибо вам большое. Вы же меня узнали? Вы же меня узнали? Нет. Как же? Вы же... Пожалуйста, замолчи. Сядь на место, а то хуже будет, и замолчи. Thank you.
Пожалуйста. Вот здесь, товарищ Федотов. Вы уже подписывали такую форму и не один раз? Да. Просто забыл. Что-то еще? Нужно подписать пропуска на завтрашний день. Давайте. Но сейчас они не готовы, я принесу через 5 минут. Хорошо, принесите. Хотя... Слушаю вас. Мне сейчас необходимо сделать очень важный звонок. Давайте минут через 15. Слушаюсь, товарищ Федотов. И... Будьте добры, никого не приглашайте ко мне и не соединяйте меня ни с кем. Слушаюсь, товарищ Федотов. У меня тут заявочки до пропуска на 3-й квартал. Ага, давайте посмотрим. Барышня, соедините меня с товарищем Минжинским. Минуточку. Минжинский у аппарата. Привет, товарищ Минжинский. Это Федотов, паспортная служба Кремля. О, приветствую вас, товарищ Федотов. Чем обязан? Товарищ Минжинский, сегодня ночью арестовали мою дочь. Вы меня слышите, товарищ Минжинский? Товарищ Федотов, я пока не знаю, в чем виновата ваша дочь. Но скажу сразу, если ее вина будет доказана, я против революционной совести не пойду. Товарищ Минжинский, если она в чем-то виновата, я сам не буду за нее просить, но... Мы разберемся, товарищ Федотов. По нашим законам невиновных мы не наказываем. Я знаю, товарищ Минжинский. Еще вопросы есть, товарищ Алексей? Нет, товарищ Минжинский. Ну что ж, давайте прощаться. Дело не в проворот. Да, у меня тоже тут... Ну, тем более, даю отбой. Федотов у аппарата. Отбой? Отбой, барышня, отбой. Что здесь делаете? Я не могу дома. Пап, я тоже.
Пойдемте куда-нибудь прогуляемся. Допрос. Стоять. Лицо к стене. Садитесь, Зоя Алексеевна. Мы внимательно изучили материалы вашего дела и пришли к выводу, что вы не шпионка. Правда? Это вы нас спрашиваете, Зоя Алексеевна? Так значит, вы не уверены? Я? Нет, почему? Я уверена, я никакая не шпионка. Ну, это уже хорошо. Но надеюсь, в следующий раз, когда вы встретитесь с иностранными шпионами, такими как Парно, Кебрен, вы поможете органам безопасности обезвредить их. Конечно, конечно, помогу. Я заместитель председателя УГПУ. Фамилия моя Ягода. Я отпускаю вас, Зоя Алексеевна, но с условием, что вы не забудете ваше обещание. Какое обещание? Помогать нам. А, конечно, конечно, не забуду. Вот и прекрасно. Пожалуйста, поставьте здесь подпись вашу внизу. И можете быть свободны. Ну вот и хорошо. Может, вас отвезти или вы сами доберетесь? С тобой мы живем,
Мы готовы на труд, подвиг нам по плечу. Если завтра нагрянет гроза, но сейчас для тебя я на крыльях лечу, чтоб увидеть родные глаза над любимой страной, не прервать наш полет. В унисон бьются наши сердца, я готова мечтать так всю ночь напролет. Дарит жизнь нам любовь без конца. Стоп! Снято! Зойка! 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 Обед! Посмотри, Зойка! Зойка, ты такая, ты такая волшебная! Ты как принцесса. Ну, скажешь тоже мне принцесса. Смотри, какие колечки. Слушай, когда свет включили, я тебя даже сначала не узнала. У тебя такое платье. Смотри-ка. Зоя Алексеевна, колечко, пожалуйста. Ну как? Ну что вы, никакой Мэри Пикфорд не снилось. Ну какая-то Мэри Пикфорд. Разве у нее есть такие глазки, как у нашей Зои? Что? Она же известна на весь мир. Ничего, потерпите. После нашей премьеры вы тоже будете известны на весь мир. Кстати, у нас завтра сцена расстрела рабочих. Да я помню, помню. Вы в столовую пойдете? Ну, вообще-то меня сестра ждет. Здрасте. Вы тоже артистка? Я нет. Мы вас обеих ждем в столовой. Это режиссер с оператором. Зоя Алексеевна, пойдемте, пожалуйста, разгримироваться нужно, пора. Нет, хорошо. И платье нужно возвращать в театр. Через час у них спектакль. Я помню про платье, иду. Все. Ужас какой-то. Ну что, ты здесь посидишь или пойдешь со мной? А что здесь будет происходить? Декорации менять. А можно я посмотрю? Ну, давай. Слушай, мы, может, сходим в столовую? Сходим. Здесь очень вкусно кормят. Ну, ладно. Как зовут? Настя. Нет, к сожалению. Зоя Алексеевна! Зоя! Вы мне? Вам? Вы же Зоя? Вы Зоя? Вы товарищ по какому вопросу? Зачем так официально? Мы же все-таки люди культуры. Меня зовут Альберт. Если вы Альберт по поводу свидания или еще каких-нибудь глупостей, то извините, у меня на это нет времени. Нет, нет, я по делу. По какому делу?
Я ассистент режиссера. Первый ассистент. Какого режиссера? Кино. Кинорежиссера. Вы в кино хотите сниматься? Я уже снимаюсь в кино. Вы уже снимаетесь? Разве? В каком фильме? На какой фабрике? А кто режиссер? Саша Никольский. Саша Никольский. Я думал, вы действительно в кино снимаетесь. Саша Никольский. Почему вы улыбаетесь? Потому что это несерьезно. Поверьте мне, я в кино собаку съел. Ваш Саша Никольский не снял ни одного порядочного фильма. То есть у вас серьезное кино? Да. У нас серьезно. Мы снимаем фильм государственной важности. Послушайте, давайте я подвезу вас, и мы поговорим. Подвезете? На чем? То есть вы хотите сказать, что это ваша машина? Да. Прям ваша? Это автомобиль нашей кинофабрики, но он в полном моем распоряжении. И вы умеете править? Однажды на съемках мне довелось управлять аэропланом. Заводите. А ну-ка в сторонку. Молодые люди. Поехали. Пожалуйста, а могу я поговорить с режиссером Сергеем Сергеевичем Арсеньевым? Кто-кто вам нужен? Товарищ Арсеньев. 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 Простите, пожалуйста. А, вы здесь. Сергей Сергеевич, это артистка Федотова, помните, я вам говорил? Да. Зоя Алексеевна, спасибо, что пришли. Я не вовремя. Не вовремя? Нет, а почему же? Вы вовремя. А вот ко двору вы или нет, это мы решим с нашим главным оператором. Здравствуйте. Здравствуйте. К какому двору? К нашему двору. Ну так посмотрим, что вы умеете. Так, ну, можно я положу? Пожалуйста. Стихи я не буду читать. Я не тех поэтов всегда выбираю. Проза тоже у меня не очень получается. Я материал совершенно не умею подбирать. Прочитаю басню. «Мартышка и очки». Ну зачем же басню? Вы нам лучше роль почитайте. Альберт Евгеньевич, подайте, пожалуйста, будьте добры, экземпляр сценария. Да. Угу. Спасибо. Так. Здесь. Угу. А вот. Вот отсюда. Марусь, да? Ну да. Прям сразу, да? Зачем же? Вы присядьте, почитайте, подготовьтесь. Нет, нет. Простите, как вас зовут? Зоя. Зоя, будьте любезны, сядьте, пожалуйста, сюда и читайте. Читайте. И не обращайте на нас внимания. А вслух читать или про себя? Как угодно. Где над обрывом бьется дикий виноград. Мой друг, ты в этот старый сад.
admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me it is to shame. Please let me explain. By me it is to shame. Means you're brave. Вашу руку. Спасибо. Я так волнуюсь. Нас встречают. Дорогая, ты где? Очень. Давай, держись. Здрасте. Здравствуйте, Зоенька. А вы как здесь? У нас, к сожалению, нет лишних билетов. Все расхватали, представляете? Наркомфин, наркомпрос. У нас есть билеты. Это режиссер, что ли? Про комитет культуры я вообще молчу. Мы еле-еле нашли две контрамарки для Ягоды. Даже не знаю, что с вами делать. Тем более вы не одна. Да, вот сестру вы мою знаете. Ее зовут Саша. А, помните, она очень к нам приходила в павильон. Потом мы еще в столовой вместе обедали. Вот познакомьтесь, мои родители, мама, папа. Здравствуйте. Очень приятно. Это Альберт. Он работает с режиссером Арсентьевым. Арсентьев? А это тот, который снял фильм «Город»? Тот самый. Я и контрамарки достал. Связи знаете ли в этих кругах? Ну вот, видите, как все хорошо получилось. И извините, мне нужно встретить вдову Маяковского. Маяковского? Ну так вот, наконец, получилось, выбралась. Мы ведь Сочи только вчера из Берлина. А тут, сами понимаете, столько дел. Издатели, газетчики. Только вот и в последнюю минуту и натолкнулся на ваше приглашение. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Вот в чем была в наркомпросе, в том к вам и приехала. Ну, расскажите же мне, о чем будет ваша фильма, Сашин? Есть стоящие артисты? Кто будет выступать в главных ролях? Только учтите, я не терплю агиток и альковных историй. Да, там стоящие артисты, и у нас очень удачная дебютантка. Прекрасно, прекрасно. Больше всего я не люблю дебютанток. Ну, пойдемте, пойдемте, посмотрим вашу фильму. Ой, было бы сейчас только шум. Пойдемте. Дрянь буржуазная. Нашли, что смотреть. Тоже мне. Что-то я нашего зайца не вижу. Или не узнаю. Пирожки, пирожки, кому пирожки горячие? Пирожки горячие, с мясом, с капустой, налетай, бери Они все вырезали. Все до кусочка. Хоть бы мелькнуло где. А что я теперь маме с папой скажу? Зачем? Зачем? Просто хотелось вас утешить.
утешьте. Зоя, поверьте мне, я не новичок в кино. Вы будете кинозвездой. Большой. Откуда вам это известно? Ну, я же знал, что ваш Саша Никольский – это несерьезный человек. Я же говорил вам. Говорили, говорили. А что, может, вы знали, что меня полностью вырезали? Конечно. Да подождите вас, Зоя. Вот вас снимет Арсентий, и о вас узнают все. Поверьте мне, вы же красавица. Кто? Чего вы смеетесь? Посмотрите на себя. Ну, посмотрите. У вас прекрасные глаза, у вас фантастические волосы, у вас умопомрачительные губы. И вздернутый. Так это же прекрасно. На вас будут стараться походить тысячи девчонок в России. Правда, поверьте. По-моему, вы просто дамский угодник. Или лгун. Наверное, есть немного. Но с вами, Зоя, я как 15-летний мальчишка. Почему это как 15-летний мальчишка? Неужели вы ничего не видите, Зоя Алексеевна? Я поняла. Мне замолчать? Говорите, говорите. Вы цветок, Зоя, вы прекрасный южный экзотический цветок, который распустился в этой северной стране. Среди разрухи и бесконечных рынков. Цветок, притягивающий своим ароматом, который просачивается сквозь запахи рыбы и требухи. Пирожки, пирожки, растягай с рыбой, пирожки с требухой. Ну вот. Ну так чего говоришь? Значит, дебют не получился, да? Вот значит, как у них в кино, да? Все запущено. Снимали, значит, снимали, и все коту под хвост. Эх, всю жизнь все-таки вырезали. Хоть совет, что ли, не понравилось? Да я не знаю, но факт тот, что вырезали. Да, представляю. Вся семья пришла с цветами, да? Она сидит, смотрит, а там ничего. Как в засаде. Я говорю, как бывало, сидишь, да. Не идет, подлец, не идет. Ну, ты сравнил, засада здесь при чем? По-моему, очень похоже, я не знаю. Брали без родственников и без цветов. А где картины все? Картины? На экспертизе. Не знаю, что-то нашим экспертам там не понравилось. Не то Поленов, не Поленов.
И то Шишкин, не Шишкин. В смысле? Ну, не знаю, я тебе говорю, ну, что ты? Будешь? Не. Кстати, ты что там со своим Цербером на Лубянке-то наладил контакт? Да пошел он. Че так? На торжественное собрание ему без 15:04. А сам говорит, чтобы я ему в половину выкатился. Ну, я ему выкатился. Пока 4 не пробило на башне. Из кабинета не вышел. На какой башне? На Спасской, на какой еще? А. Он меня полчаса засрать в коридоре топтался. Сам говорит, чтобы я секунду в секунду заканчивал. Я говорю, дай страницу прочитать, последнюю. Он мне раз перед носом, не положено. Ну, ты, значит, все-таки отмазался? А не надо быть таким. Лейтенант всего. После училища только дырки просверлил в погонах. А я, между прочим, капитан 5 мокрушников взял. Щенок. Ну, понятно. Значит, дружбу ты между нашими ведомствами не наладил. Обидно. Я, кстати, на тебя надеялся. Пойди попробуй наладить с таким дерьмом дружбу. Так, ну что, по поводу первого вопроса, товарищи, я думаю, у нас все ясно. Рекомендую признать работу товарища Сорокина удовлетворительной. Кто против? Понятно. За? Ясно. Воздержавшихся нет. Переходим ко второму вопросу. Слово предоставляется для доклада майора Пыльнова. Не надо, товарищи. Потом, в следующий раз. Товарищ майор, что-то случилось? Просьба не перебивать. Так, пройдемте, товарищи. Давайте подведем какие-то итоги. Итак, 10 декабря 1981 года в дверь квартиры заслуженной артистки Федотовой Зои Алексеевны кто-то позвонил. Надо отметить, что артистка Федотова была человеком очень осторожным. Проходи, садись. И кому попало, дверь не открывала. Но вот этому человеку она дверь открыла. То, что она открыла эту дверь сама, у наших экспертов сомнений не вызывает. Замки целы. И отмычками в них не копались. Дальше они прошли в комнату. Тапки знаешь где? Приобуешься, приходи. Вот здесь у них был какой-то разговор. Короткий. Потому что племянник, прежде чем увидел свою тетку убитой, позвонил ей без 10 час. А смерть наступила в 13:15, хорошо, плюс-минус. Итак, короткий разговор, во время которого артистка почему-то решила кому-то позвонить. Карата 4? Все равно. Проверить надо. Самое главное, что она была настолько уверена в своем госте, что позволила зайти ему за спину. Все, кто работал с хищниками, всегда говорили, нельзя поворачиваться к ним спиной. Никогда. А она повернулась. А ведь она была опытным человеком. Сколько она сидела, Сорокин? Они убили ее, Сорока. Они убили ее. Что? Я спросил, сколько она сидела. Ты что, спишь на ходу, что ли? Да нет. Ну так отвечай. 9 лет с 46 по 55. О, 9 лет. Ей ли не знать, что к хищникам никак нельзя спиной. Она повернулась. Значит, что? Это значит то, что хищник
притворялся, что он не хищник. Волк в овечьей шкуре. Ну, это я не знаю. Я там в консерваториях не обучался. Возможно, это один из тех людей, кто у нее был записан в адресную книгу. Кстати, не знаешь, сколько у нее этих предполагаемых подозреваемых? Сорокин? Ну, откуда? Я сейчас в 30-х сижу. Я говорю, как ты думаешь? Я тебя спрашиваю. Вот сколько в твоей телефонной книге адресов? Я не знаю, не считал. А я тебе могу ответить. Вот смотри, у любого среднего индивидуума, да, 100, 150, 200. Для особо общительных 300. Ну? А вот теперь внимание. Лучше запиши. 1398 почтовых адресов, точка. Из них 971 московский и 427 иногородних. И это не все. Если мы в день хотя бы будем обрабатывать 10 номеров, хорошо считаешь? Год. Год, если 5 сотрудников будут работать без выходных. И один из этих 3000 точно тот самый хищник. Мало того, что этот паскуда не только хищник, он еще и химик. Он здесь все так обработал, что ни одна собака ничего вынюхать не могла. Ни один эксперт ни одну бумажку не приклеил к делу, кроме пустых результатов. И на каждой бумажке не найдено, невозможно, не идентифицировано, не поддается определению. А вы работаете, товарищи. Вы ищите и найдите. Урчит. Ой, собака. Опять урчит. Давай, пойдем по сосиске съедим. Нет, я дома. Чего дома? Ты сегодня дома, еще не скоро окажешься. Почему это? По кочану. Я тебе говорю, пошли по сосиски, там договорим. Лучше по три. Пошли. Я сейчас отдам. Давай. Давай, Земеля. Ты будешь? Давай чуть-чуть. Все, спасибо. Земеля, я вернул. Земеля, водочки налить. Язва. Понял. Понял. Земеля! Ну что это, ну? Вот сколько говорить можно? Сосиску после варки надо в холодную воду опускать, чтоб целлофан отставал нормально. Красавица, ну чё вот теперь? У меня полсосиски на твоем целлофане осталось. Дома у себя будешь холодную воду засовывать. Чего? На вас столько воды не напасешься. С целлофаном ешь. Сейчас в рожу сунуть корочку, чтобы она прям за прилавком уссала. Кончай. Ну все, ну пол сосиски кошки, кошки под хвост. Не могу. Ай, ладно.
А салфетки где? Обойдешься без салфеток. Облежись и топай домой, алкаш. Извини, Сорока, но я сейчас не корочка. Я ей пушку сейчас в рот вставлю, чтобы на всю жизнь запомнила, как советского офицера оскорблять. Ну, Коля, Коля, ну-ка. Лесово, дай ему по лапке! Земля, я с тобой! Тихо, тихо! Довесели все! Быстро! Сидеть спокойно всем, мы сотрудники МУРа. Сметану ешь. Ты читать умеешь? А мой друг из обуха СС. Салфетки на стол быстро, время пошло. Ой, мамочка, салфетки. Сметану ешь, мужик. Да я ем, ем. Нет, нет, все. Те, которые хотела домой спереть. Земеля, лови. Домой неси, жену порадуй. Нам в столовку на Петровку отнеси. Нам кинь, да. Если ты не будешь макать сосиски в холодную воду, я тебя посажу. Завтра придут коллеги, проверят. Угощайтесь, мужики. Ты так на меня смотришь? Так вот ты какой, цветочек аленький. А салфетки где? Для управления. Ты серьезно, что ли? У нас еще часа 3,5. Их надо как-то убивать. Раньше 11, там делать нечего. Ты можешь мне толком объяснить, в чем дело? Потом, ладно? Пойдем. Потом. Ой, класс. Ну что, Сорока, катанемся? Ну, грех такую горку пропускать. Давай! Да ну тебя! Так, пацаны, ну-ка разойдись, толстяк идет. Так, давай, со мной! Ура! Не задавите эту! Ну-ка, быстро отпустили дядю. Хулиганы. Давайте, давайте. Дуйте наверх. Эй. Здорово. Ну, ты будешь кататься, нет? Эй, зря. Ну, чего, пойдем. Пойдем, поищем что-нибудь. Хорошо. Врубай! Поехали! Давай, Сорока, проснись! Давай, давай, давай! Сорока, не догонишь! Давай, да,
Мимо! Мимо! Догоняйся, Рока! Урожай мозг пробил! Мимо! Эй! Блёски вознёс! Давай, давай! Сажали! Даюсь! Даюсь! Будь здоров. Давай. Здравствуйте. Побыстрее, пожалуйста, чтобы журнал закончился. Так, с мороженым нельзя. Идите. Ну быстрее давай. Да иду я. Жаркий полдень, освежающий сонный мир. О, чего? Хотел кино, смотри. Ты глоток воды в пересохшей пустыне. Всех искусств важнейшим для нас является индийское кино. Ну что, пришло время? Какое время? Может, скажешь все-таки, чего мы тут болтаемся? Скажу, скажу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Через забор давно лазил? Не помню, а что? Придется вспоминать. Это еще зачем? Ты мне можешь толком объяснить? Я шагу больше не сделаю. Объясню, объясню. Пойдем. Надо посмотреть, какой он с другой стороны. Так в открытую смотреть тебе не надо? Слушаюсь. Правильно слушаешься. Ножик помнишь? Какой? Перочинный ножик. Какой перочинный? Ножик, который я держал в руках в нашей столовой в управлении. Ты говорил, у Федотовой был точно такой же. Помню. Так, вот племянник, который первым вошел после убийства в квартиру. Да ладно, я понял, понял. Когда он успокоился, мы его возили к тетке на квартиру. И что? А вот так, он осмотрел все вещи и сказал, что пропал ножик. Какой ножик? В том-то все и дело, что он, по описанию, он полностью совпадает с тем, что я держал в руках в нашей столовой. Тот, который ты видел в руках у Вики. А я что тебе говорил? Говорил же? Ну говорил! Ну говорил, чего? А то, что у меня зрительная память, я тебе говорил! Хорошо, что у тебя зрительная память хорошая. Чего ты орешь? Я тебе орден выдам. Верный глаз. Да пошел ты со своим орденом, ты мне надоел уже со своим мороженым, со своими сосисками, с горошком. В кинотеатре потрясающий фильм посмотрели. Отставить, товарищ капитан. Что отставить? Отставить, я говорю. С вами на задании. И здесь понебраться своими кошонства не допущу. Ясно? Отвечать по уставу.
Слушаюсь, товарищ майор, так точно, понял. Ничего подозрительного за забором не видел? Никак нет, товарищ майор. Вот так. Продолжаем гулять. Медленно и тихо. Слушаюсь. Продолжаю. Племянник этот сказал, что Федотова этот ножик из рук вообще не выпускала. Никогда. Она не настроили его, брала с собой. Потому что ей его подарил вот этот самый американец. Правильно, отец твоей знакомой. Когда там, в 45-м году? Вот подарить было нечего, он взял и ножик подарил. А я тебе что говорил? Я же как увидел его у этого хмыря столового, я сразу узнал его. Ты можешь успокоиться? Нет? Ну, говорил. Дальше что? Внимание, справа. Мы этого мужика там сзади не видели? Вроде нет. Давай пропустим. Пистолет где? Пистолет? Под мышкой. Говорил же. Я сейчас буду закуривать. Ты тоже закури. С руками следи. Понял. В крайнем случае не дай ему рыпнуться. Опа-на! Простите, пожалуйста. Сигаретки или угостите? О! Прима! Чего я не сокел? Чому не летаю? По-русски сокел, а по-украински сикел. Понимаешь? По-русски сокел, а украински... Спасибо, ребята. С наступающим. Чому я не сикел? Чому спокойно. Не летаю? Спокойно. Сокел, сикел. Пошли. Короче, я узнал про этого хмыря. Работает в секретной конторе, которой вообще неизвестно, кому подчиняется. По-моему, на самом верху чуть ли не самому министру. Какому министру? Нашему? Какая разница вашему, нашему? Вообще никто ничего не знает. Ясно одно. Машины самые новые, оружие самое современное, спецсвязь прочее. Кто там служит, вообще не знает. Никто ничего. А при чем здесь этот особняк? Мне намекнули. Я проверил и убедился, что базируются они вот здесь. И что? Проверить охота! Что? Правда, что у них современное оружие? И это тоже. И все? И все. Чего ты дрейфишь-то, Сорока? Если там один охранник, сразу к Сиву, раз в нос, и все. Не будет оружия сразу при меня, без предупреждения. Это в худшем случае. А в лучшем? В лучшем, значит, мы проникаем в помещение, шарим по столам. Чего ты там найти хочешь? Так, капитан Сорокин, в нашей работе вообще неизвестно, когда ты можешь что-нибудь найти. Это первое. И второе, неизвестно, что тебе может пригодиться. А если этот... Твой охранник будет стрелять без предупреждения. Сам сказал, особый отдел. Значит, это будет самый худший вариант. Ты лезешь? Сам лезь. Я самодеятельностью не собираюсь заниматься. Только не говорите мне, что вы мне приказываете, товарищ майор. Я ничего не говорю. А вот и не говори. Я не говорю. Значит, не полезешь? Нет, товарищ старший по званию. Ну и...
стоять. Стоять. Двинешься, мозги вышибу. Оружие есть? Есть. Давай. Только без глупостей. Я мастер спорта по стрельбе по бегущему кабану. А стоящего в раз завалю. Я понял, понял. Молодец. А теперь медленно повернулся к стене лицом. И пошел в обратную сторону, майор. Только не строевым, а потихонечку. Гусиным, что ли? Можно и гусиным. Пошел.